Не Как понял. можно слово перлс еще прочитать? О, все, изи. Старт. Старт. Ну, единственный герой, который есть в Доминионе. Блин, по-английски говорят, охренеть. Я уже не помню, как это. Don't you find me beautiful. Atrox. Используй страничку Atrox. О, Atrox. У тебя есть страничка Atrox? А чё он молчит? Да, я не знаю, чё она делает. Слушайте, Atrox молчит. Молчит? Ну, я его пикнул, он молчит. Может, и звуки отключил? Он просто стесняется тебе что-то говорить. Дай попробую. Так он там довольно плохое слово говорит в конце. Ну, дай послушай. Выбери кого-нибудь другого, ё-моё. А, точно. Он реально молчит. Я, чё за фигня? Я бы тоже показал вам Атрокса, но крылатый гусар уже заряжен к бою. Ах ты ж. А, что же делать-то дальше? Давай, крутись, вертись. Кого же сделать? На, кстати, пацаны, мы играем нормальный доминион без всяких арамов. То есть мы не инвалиды, мы люди с неограниченными возможностями. Так что мы бегаем по всей карте, а не просто как дураки держимся одной линии. Я хочу быть дураком и держаться одной линии. Что за вообще намеки? Ну то, что если ты ограничиваешься одной линией, то что-то не так. Так это мы же... Кого же? Вот это... Мы же в ЛТД постоянно на одной линии стоим. Я Гошу напишу точно. Подожди 12 минут. Подожди, сейчас мы любим. Уже старый. Да блин, что за... Вол уже английские буквы не отображает, что ли? Только по-китайски можно общаться. А, не, пенетраж нужна, ёпрсете, пенетрейшн, армпен. Изи. Да поздно. Как поздно, я уже поставил. Поздно. Просто скилл нужно иметь. Ой, точно, надо было химер или шака взять, что-то я... Ну да, двух пацанов для открытых столкновений. Шака имеет право брать только шурш. Да ща. Не, у меня же АП шака. А у чела чашка это какой дивизион? Чего? Серебро? Что? А, это золотой. Ну вот, у Хиви Нанджера, короче, у тяжелого и злого. Чашка ну, это золото. Золото, золото первый сезон, так что все. GG. И там есть Z. Блин, Мат, у нас будет Люкса, который ультует. Мы с Димой два активных игрока, у нас новогодние скины. У тебя остальные пассивные, что ли? Да. Я не люблю это. Ну, Риэл-то понятно, что она вряд ли. Не, ну она можно и так, в принципе. Так, все. Давайте замнем для ясности. Пусть все сами додумывают. Это давайте поговорим о новогодних делах. И почему у Димы изо рта зеленая слюна течет? Ну, извини, блин. Я думал, никто не заметит. Смотрю на Касадина и думаю, что какой вы зеленой слюне говорите. Так она течет просто, он за... Видишь, у него четыре трубы, которые слюноотвод. Не забудь закрыть карту, чтобы не палили. Пацаны, вы что, психи, что ли? Я помню, кстати, смотрел какой-то стрим с закрытой мини-картой, просто у меня постоянно был диссонанс в голове, что такое, сейчас посмотрю. У Фантом Лорда всегда закрыта карта. Да, да, да. Это, не, ну я по Варику еще смотрел, это просто пипец. Зачем ты это хочешь... делать? По Варику, да. Типа, это, чтобы не полили, где у вас стоят варды. Пацаны, вы бы офигели, я сегодня играл полтора часа в Red Alert, пытался убить трех сложных компов. Менял расы, короче, загружал, сохранялся. В итоге, короче, этот, рашил одного, и потом против двух играл. Ну да, так-то когда так надо. И массово, короче, ну построил апокалипсисов и кировых много. И блин, пробил. Что-то S там вообще нетрадиционный. Ну да. 36%, блин, пипец. В смысле, у него само не успело, Никита, не традиционно. О, нормально. О, ничего себе, он с 36 сразу до конца. Алена, почему в мастере, называющейся Анивия, печенька есть? Почему у меня ничего не работает, а вот все работает? Она, наверное, слышит вообще, нет? Не знаю, возможно. Вряд ли. А что у меня все глючит? Я могу ее добавить в скайп, если хотите. Не надо. Я уже так долго. Надеюсь, она нас не смотрит. Надеюсь, она нас не слышит. Я могу сделать так. О, еще помню. Еще помню главное движение Ксена. Как убить Сесоя? Как сделать пенту на своей команде? Так, я, короче, жду 10 голды. У меня игра виснет, короче. Я не знаю, почему. Поспамьте что-нибудь? ФПС 50. На спамьте арчей. Ну, арчей, да, там. У меня эксплит завис. Знакомая тема. Ну, кстати, стрим работает так-то.
Эй, что купить вообще? Сколько денег? 1300. Так, сейчас, что это? Блин, эксплит реально завис. Smart choice. Ой. Адамасия. Блин, я не знаю, могу ли я нормально играть? Ага! У меня, короче, клавиатура опять тупит. Так кто на бот пойдет? Клавиатура. Ну, не знаю, кто-нибудь. Ну, ты иди. Не хочу. Ну, Ноктюрн, наверное, иди. Должен. Ноктюрн. Давайте я пойду, хрен. Let's begin. Я не знал, что мне надо прошу. И деньги-то почему не капают? Какие деньги? Иди, воюй. Деньги, мне денег не хватает. Сейчас будут деньги, короче, жди. Ладно. Блин, ну люкса самая бесполезная в фестфайте, в общем-то, правильно. Ну хз, она начала вместе со мной захватывать, поэтому я и забил. Смотри, он сейчас сюда прыгнет. Блин, а что мне с фалфитом-то делать? Тащи. Я трошки МДФа накупил. Блин, у меня не работает игра, ёпрес это. Игра не работает. Чё-то явно не работает. Блин, да короче, давайте на бот вместо меня пойдёт, я вообще тут не делаю. Не знаю, у меня, короче, периодически с полы не юзается. Надо перезапустить все нафиг. Ну, посмотри, может, у тебя пинг большой. А, я просто это вражеский изрил. Это вражеский пинг. Не, пинг, пинга нет. ФПС маленький относительно для моего компа, но 40 нормальный, в общем-то. Блин, да придите кто-нибудь вместо меня. Ты там доминируешь, что ли? Я там молчит забей. Я вообще тут, да чё он меня убьет? Блин, у меня shift зависает иногда. Че творится вообще? Все, я иду тогда к тебе, раз ты нуб. Я не хотел сюда идти, уже прочим. Ты сам... Блин, теперь я хочу это зафармить, то что осталось. Меня в друзья добавил Улюма Шарльдаев. О, я точно, я сейчас пойду и зафармлю все это нафиг. Ой, пока говорил Улюма... Сейчас Игнатьев все это нафиг. Короче, это взорвалось что-то в соседнем дворе. Блин, да у меня не работает с пылы, да что за фигня? Народ, что там... Улюма. Ну, потому что... Да комп перезагрузить. У Рульма. Да коп, не работает кошка, поэтому перезагрузить коп. Не знаю, у меня иногда коп начинает, ну у меня такое было раньше. Помню, в крутой игре. Я заигнайтил. Давай, давай. Блин, на меня экран не двигается, а? Реально нормально. Мало того, что я в лол не играл 500 лет, у меня еще иногда глюки. Ну блин, ну надо было не есть те грибы. Аккуратней, как не есть. Это шестой тоже. Ну понятно, что... А-а-а! Да ёпрасы ты! Чё творится, не понимаю. А почему вы прокакали все точки? Потому что... Что непонятно. Я задоминировал свой лайн. Который Димин. Который твой. Чё мой-то? Чё не знаю, я там не имею никакого отношения. Ты уже там доминировал, да? Ай! А зачем я вообще флэш взял? Я просто меня осаждают тут. Флэш один. Да ёпрст, ты опять начинаешь тыкать этот чёртов комп. А почему тут слеза типа другая, что ли, она какая-то? А почему тут все бэкаются? Это же граб. Ой, я пошел забирать центральную точку. О, нормально, у нас три точки, кстати. Да мы вообще силач. Так, Ноктюрн наш, да? Я пошел тут точку забирать. Да ёпрст, опять ничего не работает. Ааа! Вот Ноктюрн. Да блин, что творится-то? А, я стою на месте. Какого черта? Надо перезагрузиться, короче, реально. Ну, наверное, не сейчас. Так, оуч. Станет меня, станет меня. Да что-то их много так здесь, а? Да, многовато. Интересно, Ноктюрн задоминирует на боте, не? Вообще задоминирует. Blackfire Torch. 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 А, так это теперь. Torch теперь Deathfire. Да, ну тогда надо собирать. На косадичек-то норм. Ну да. Так, ну-ка сейчас я бегу, я не знаю, если я не зависну, то будет офигенно. А я тут не даю ничего сделать. Да блин, опять ничего не я работает. Стараюсь, пока... О, норм. Я не знаю, кого я бью, короче.
Дай. Я не знаю, у меня нет. Что за хрень? Что у тебя такое, блин? У меня, короче, иногда начинает комп пикать, и не работает вообще никакие кнопки. То есть ни мышка, ни клавиатура. Че кто-то в домофон звонит? Ну сейчас я escape нажимаю, а он не нажимает. Ком звонит, домофон звонит. Вообще, прозвон какой-то. Сейчас спамят, наверное. Дедос. Дедос атака, да. Новая версия. Да нет, я... А, кстати, да, может, Punto Switcher просто... Я понял, ты, короче, плюшкер, ты его обогнал, он О, ёпрасто, пацаны! Человек, который написал про глюк Punto Switcher, я благословляю тебя. А, все, уже все снова не работает. Нет, чувак, забери назад. Блин, а что-то надо с ним... Не будем тут драться, наверное. Почему бы и нет? Не кидай меня. Да, блин, кнопки, работайте! А почему меня-то опять, а? Почему у меня ничего не работает? Потому что... Вот так. Ну нормально, я, смотрите, одного убил, второго там... Кнопок? А второго пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Один в жопу. Блин, точка-то не наша верхняя, ёпрёсу-то. Как бы в яд не попасться. Как бы вообще надо бэкнуться уже давно. Shift залипает. Да пацаны, вроде Shift... Не знаю, что у меня там залипает, короче. Все залипло там. Ты, как Shift отрубить? Пацаны, научите меня отрубать Shift. Вытащи его. А, Shift. 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 Да. Куда ты идешь? Что-то Юй какой-то оказался, не любитель борьбы. Тут просто Люкса показала мастерство скиллшотов. Да я просто захватывай, друг. Так, я задержу, короче, вот этого чувака. Ой, что-то я вообще... Ваншот там, чувак. Задержал? Ты думаешь, заберешь? Задержал, кстати, он реально не пошел дальше. Так, ну что, я не знаю, будет ли у меня все работать. Ой, зрил халявный. Зрил вообще. Эй, я норм, я не халявный. Блин, ааа! О, ультанул! Вот это... Я уже даже руку на клавиатуре не держал, да ультанул. Вот это красота. Да ты прыгай! Опять этот мечник. Экран! Экран, вернись ко мне! Ты бьёшь, как минимум, уже неплохо. Чего? Ты дрался там. Я бил, да? Ну да. У меня экран улетел вправо вообще. Лол. Я помню, у меня же была такая тема, я комп перезагрузил, и норм. Люк наш и все. Ну, по 9 тут дофиг двоих. О, изи. Darkness. Бегу! Хадеви! Где он? Где он? Почему я... Дерись! А, как мужик! Давай! Замедлил? Давай, прыгай! Давай уже что-то сделай! А, у меня табличка открылась! Табличка! Я-муму! Просто игра катушь, дочь! Открылась табличка, вы хотите включить я-муму? Давай! А! Да я включил его, самое смешное! О! Смотрите, кого я забайтил, короче. Сейчас вы поймете, кого я забайтил. Даже не смотрите, это будет для вас сюрприз. Я вообще не смотрю, я даже не смотрю. Вадим в скайпе пишет, короче. В скайпе пишет? Твоей жизни. Да-дам. Реально. Да-дам. Да-дам. Вадим, что ты пишешь? Не знаю. Мы все равно увидим. Клавиша, наверное, зависла, хотел сказать. Что? Что? Ава-ва-ва. Ава-ва. Мираль, зачем ты лаешь? Решила стать собакой? Чувак, ты обречен! Я райт-кликнул на тебя! Блин! Давай! Вот такой появился, короче. Изи! Изи! Так, где я? Где я? Тим, я спамлю скиллами, чтобы у тебя ешка была. Давай, спамь. Её нет. Да блин, куда ты бежишь? У Вадима, короче, не лол сейчас, у него именно
Битва. Да блин, у меня табы открываются. Это Ним, а ты тут. Да что ты за мной-то пошел? Я, короче, точку возьму просто и все. Ну да, надо было. Да там, скройся ты. Я вообще забыл, что счет есть, короче. У меня ощущение, что я тоже в Вадима игру играю. Я волнуюсь за то, чтобы у него там... Сейчас этот текстовый документ откроется. Ты тоже слышишь? Пи-пи-пи-пи-пи. Сейчас порно-сайты начнут открываться, короче. Это не я. Да ну нафиг. Все банки. Все. Все. А, да учись, спел. Да. О, иди. Да все, отстань от меня. Вадим, давай, давай. Что творится? Где я? А вот, я нашел себя. Так, пацаны, давайте убьем его. Давайте, он сам от него бегает уже 5 минут. Я от Ноктерна его отвлекаю. Так, я реколаюсь, короче, мне надо... Да реколайся! Да реколайся, урод! А! О, я реколаюсь, пацаны, честно. Блин, а что-то внизу все плохо вообще. Я бегу вниз, изи. Я устал там быть, короче, я на топ пошел, там, по-моему, веселей. Там у Вадима таблички. Сейчас я куплю тебе кристалл. Я на третьем месте, самое смешное. Хотел купить кристалл, купил, короче, этот там, 10 монопотов. Да блин, захватывай. Да прыгай. Вадим, ты умер уже? Да я жив. Иди отсюда. Да блин. Что делать? Не переживаешь. С этой штукой стрим интереснее? Отлично, пацаны. Вам интереснее. А у меня ничего не работает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ща, я этого задоминирую. Блин, мы проигрываем. Почему же? Я на третьем месте, мне пофиг. Я ключевой игрок. Бля, больно так. Че, я выжил? Да. Да дерись ты, ёшкин ты кот! Почему я не дерусь? Как хотя бы просто райт-кликать? Ну берешь как бы мышку. Так она не райт-кликает. Я ладно, я согласен, что мне с пылы не удается юзать, но хотя бы райт-кликнуть-то можно. Ай, гран. Может клавиатуру отключить нафиг? Чего с вами там такое? У нас я понял, я отрублю клавиатуру, вы мне все надоели. Я полез под стол и отрываю клавиатуру. Сбагурить уже не дают, а? Все! Ой, у меня вообще комп завис. Изи, я теперь могу райт-кликать. Как минимум. А, блин, теперь у меня клавиатуры нет, естественно. Попробуй теперь включить эти клавиатуры, может в этом суть как бы. Чего? Ну, попробуй включить клавиатуру. Не, я сейчас, я мышку, смотри. Оп! Смотри. Сразу пошло. Ты я не могу с этих человеков, они такие. Написала модератору насчет того, чтобы он как бы поговорил с этим человеком, дебилом просто, который. Человек, который... Мышка, ты не очень хорошо юзаешь. Человек, мы на стриме. Мирель, да, мы на стриме. А ты матом ругаешься. Дебил, говоришь. Ой, я тоже. Да потому что. Мирель. Потому что. Как? Мы проиграли! Так не может такого. Ну что за пи-пи-пи-пи-пи-пи? В общем, я такая... Мирель, хватит материться уже, в конце концов. Что? Что? Я говорю, я такая пишу. Мирель, хватит материться. А. Да ну, сранюшку. Вот опять. Ну хотя, в принципе, это нормальный человек. Пацаны, что делать-то? Я сейчас включу клавиатуру, я слава пи-пи-пи-пи-пи. Просто ты чувствуешь себя беспомощным, ты можешь убить практически любого один на один, но ты не можешь в нем райт-кликнуть и бегаешь рядом с ним почетным эскортом. Так, ты что, пацаны, делаем опрос, включать клавиатуру или нет? Попробуй включить. Че, ты соскучился по бип-пи-пи-пи-пи? А я и не слышал, поэтому не пофиг.
Что, там есть какие-нибудь звуки, не? Пип-пип-пип-пип-пип. Мы не слышим. Знаете, я взял... Как будто комара обнаружил диверсанта под столом. Ой! Это что было? Учитывая, что комар сделает с кровью и под столом у тебя, это вообще странно. Че за пип было? Ком включился наконец. Так, подожди, клавиатура не работает, да? Ну-ка, а что там насчет Лола? Так, play, сейчас я игру создам. Или перезагрузиться. Ну, ты попробуй просто кастом обычно, там один зайди. Так, кастом. Перезагрузи, посмотри, как все работает. Кастом create. Блин, это пипец. А как я пароль сделаю, если у меня клавиатура отключена? Так не надо пароль. Ну я создавать, в принципе. Так, ну посмотрим, сейчас я полностью клавиатуру включу. Её разобрать еще решил, судя там по... Там эти посыпались. Клавиши. По звуку как... Блин. Уф, я сделал это. Клавиатура механическая, поэтому подшипники посыпались. Так, теперь комп не грузится, ну-ка. Блин, эксплит завис, клавиатура пибикает. Что за... Блин, я не могу там загрузиться. Сейчас посмотрим. Мираль, а ты не матерись. Что? Ну я попросил же. Еще пару раз ты говоришь. Так, ну пацаны, вроде все нормально, да? Да. Ну-ка. Не, а кстати, нормально. Пошла, вы тут своими делами занимаетесь. Мираль, не ругайся. Так заходи в Лол и будешь с нами заниматься делами. Я... О, пошло, пип-пип-пип-пип. Я и так сейчас пойду в Лол, но только без вас, так что... Ну вообще нормально, кинула нас, короче, довольна. Так вы меня закинули такие, что-то... Мы тебя закинули, играли в Доминион, и зовем тебя в следующий матч, а ты материшься. Я? Вот опять. Так, пацаны, все будет хорошо, честно, перезагружусь. Я, наверное... Ава! Пошла за чаем, всё. Так, всё, короче, я перезагружаю, пацаны. Вот я приду, проверю, чтобы все 200... Сколько там? 232 человека остались мне верны. Всё, ждите 5 минут, я буду. Чё будешь? Суп. Сейчас ещё не вырубил 33. Ммм.